Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. И я продолжаю проходить GTA San Andreas, погнали. Поехали выполнять задание у Вузи. Ограбление банка. Ограбление банка Калигулы, повторяю. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Ключ к ее сердцу. Я знаю, это слеп, чувак, но это... Ты это должен увидеть. Очень остроумно. Ну и каковы шансы? Это будет просто очень трудно или практически невозможно? Послушай, что я тебе расскажу об этом. Итак, комната с наличкой на нижнем уровне. Там до хрена комнаты, туннель по всем зданиям. С доступом на этаже казино в обоих концах здания, ага. Система безопасности состоит из скрытого наблюдения, доступа с помощью кода. И в некоторых местах магнитной карты. Ты что, опять показываешь? О, я ошибся. Привычка. А, не волнуйся. Это хорошая практика, потому что нам нужна будет... Ну да, я знаю, босс это прислали для CJ. Эй, вот дерьмо, теперь он увидел планы. Ну, тогда первый рекрут есть. Заходи и закрой дверь. Ладно, все клево. Зиро прислал устройство для чтения карт безопасности. Теперь нам только нужно раздобыть одну из тех карт. К счастью, любая охрана в системе гарантирована, есть одно слабое звено. Человеческое сердце. Отправляйся в казино Творец Калигулы. Там нам нужно будет встретить крупье. На! Просто. С ноги вынесли. Там нам нужно будет найти крупье, втереться ей в доверие и получить ее ключ, карту. Все ж логично. Правда, сейчас долго ехать надо будет. Не знаю, стоит ли вам на это смотреть, потому что это очень нудное занятие. Вот наш крупье. У крупье есть ключ-карта, и она знает код. Следуй за ней. Еще одна смена закончилась. До завтра. Если ты подойдешь слишком близко, то спугнешь ее. Но если сильно отстанешь, то потеряешь ее из вида. Испугометр. Будем нудно и долго ехать за ней. Так, уже первая вот контрольная точка. Так, можешь попробовать просто сломать светофор, и она поедет. Чтоб мне не ждать по 3 часа. Столько казино здесь. Starfish. Так, тут где-то сейчас... Да, вот светофор, еще один. Тихо. Назад. Да, она поехала. Это хорошо. Светофор сломан, значит, она едет. Значит, будем пытаться сломать светофор, чтобы она быстрее ехала. Так, опять светофор, но тут надо подождать. Там очень огромное скопление машин. Мне почти не проехать даже будет там. А, она поехала, она забила. Хер. Так, следовать за ней сейчас нам нужно. Обязательно. Она зашла внутрь. Иди за ней. Окей. Крупье где-то здесь, найди ее. Ну, она вот тут. О, он милый и обтягивающий. Я уверен, что он отлично будет вас облегать. Давайте посмотрим. Отлично.
Perfect. Perfect. О, привет, Бенни. Да, хозяин, я как раз примеряю. А свой ты достал? Круто. Скоро увидимся у меня дома. Так, раздобудь костюм уродца. Давай, Карл, выходи быстрее, свой уродец. В костюме своем, четком. Выйди из магазина, иди за крупье. Хорошо. Крупье вышла из магазина. Следуй за ней, но не забывай держаться на расстоянии. Хорошо, хорошо, хорошо. Испугометр. Давайте, ладно, на этой же тачке. Все равно нам вон туда надо будет ехать. Вот по этой дороге. Поехали. Так, сейчас тут на углу светофор будет. Вот это. Вот самое бесячее. Ждем. Сколько машин сзади? Три машины. Все. Можно ехать. Так, ладно, не буду ломать. Просто постоим, подождем, пока этот светофор загорится. До дома ее вроде далеко или недалеко, я уже не помню. Вот полицейский, кстати. Хотел вам сказать, что полицейские здесь другие. Они в какой-то белой униформе. Чем там в Лос-Сантосе они... У них униформа черная, а здесь белая. Тихо. Назад. Ну уже быстрее, светофор, светофор, быстрее. Так, все, вот она поехала. Вот там как раз эти домики, вот там она и живет. Вот где-то здесь, неподалеку. Мотоцикл. Ох, железная дорога. Слава богу. Спокойно прячемся. Чуть не запалились. Тут вроде вагон должен ехать по скрипту. Разве нет? Так, она поехала. Так, все, вот. Припаркую машину около ее дома. Так, сейчас нам надо будет убить. Уродец скоро появится, подожди его и сделай так, чтобы он не дошел до дома крупье. Так, вот он. Давайте наваляем ему. Это он вроде. Теперь, когда ты избавился от урода, позвони в дверь. Отвали, придурок. Нинтяра поганая. Мы на кулаках деремся, не видишь? Дверь открыта, хозяин. Давай, входи, все готово. Ой, давай быстрее. Я это, скорее всего, промотаю. Все. У тебя появилась еще одна подружка. Води ее обедать и покупай ей выпивку, пока она тебе не даст себе новую, свою ключ-карту. Рассказываю вкратце, что... Почему я останавливал запись. Останавливал я запись для того, чтобы... этот бред не слушать. Ну, точнее, там даже нечего было слушать. Там просто...
трёсся экран и все. А также от того, чтобы YouTube эту хрень не забанил. Мало ли, что там у YouTube на уме. Никто не знает. Так, продолжаем. Я сохранился и поехали в следующую миссию. Взрыв на ГС. Фу, нихера тут народу. Нормально. Здесь, похоже, секретов не удержать, походу. Я бы подумал, что в комнате таких размеров многих не бывает. Говори громче, нам тебя отсюда не слышно. Я высоко ценю ваше внимание, но просил бы вас свалить отсюда. Что он сказал? Он сказал, отвали. Валите, да, отсюда, придурки. Эй, фиг ли ты тут еще делаешь? Я здесь живу. А, ну ладно, можешь оставаться. Круто. Ну и где кофе с пончиками? Ну хватит, я отправляюсь отключать электропитание города в УЗИ. Посмотри за этими дурилами. Итак, слушай, в таком плане, как этот, важно запомнить, что все будет идти по плану. Прикольно сказал УЗИ. Красавчик. Лучший в мире. Отправляйся в аэропорт, тебе нужен самолет, чтобы спрыгнуть с парашютом на стену плотины. Хорошо. Хорошо. Это получается, мне нужно будет сейчас самолет водить, правильно я понимаю? Нет уж, спасибо, пацаны. Или кто-то будет вести. Хотя кто будет вести за меня самолет? Может, я лучше как-нибудь на вертолете, пацаны, управлюсь. На вертолете ведь можно спрыгнуть или нет? Я просто не шарю. В принципе, вот он, аэропорт. Как раз таки у меня есть удостоверение водителя. Садись в самолет в конце взлетной полосы. Хорошо. Да. Кстати, прошел я школу пилота нечестно. Я использовал одну программу, которую рассказывал в одном видео. Так как очень сложно управлять этой штуковиной сраной. Даже сейчас, я думаю, это будет очень сложно. Ну, давайте попробуем. Я надеюсь, это не на время. Так, мне нужно будет еще посмотреть по карте. Так, я лечу туда. Зона 69. Ага, вот она. Окей. Вот сюда точку поставлю, чтобы в то место не лететь. И чтобы меня не сбили. Так. И все, летим. Потихонечку. Потому что ненавижу самолетами здесь управлять. Бред такой. Редкостный. Так, главное вот не сбить вот эту хреновину, которая правее от меня находится. Так, все, я его вроде не задену никак. А, я помню эту миссию. Так, это сюда нам надо? Вон туда. Так, отсюда прыгать с парашюта, да? Я правильно понимаю? Алло? Почему Сиджей не хочет прыгать? Или я что-то неправильно делаю? Вроде как сюда. А, надо с самолетом приземлиться вниз. Тихо, главное не врезаться. А, не, забейте, пацаны, это говно. Ладно, сейчас придется перепройти это дерьмище конченое. Так, пацаны, если я правильно понял, то сверху какая-то должна быть полоса. Как при прохождении этой хероты. Как называется? Параша это. Ой, блин. Миссии пилота. Школа пилота.
должна быть такая полоска красная сверху. И тогда, когда мы ее пройдем, можно выпрыгнуть из самолета. Сейчас нам нужно максимально подняться вверх. И эта херовина должна быть где-то там. Ох, вот эти облака черные. Так, где-то она тут должна быть. Ничего не вижу. Кто-нибудь что-нибудь видит? Почему вот здесь облака такие густые? Или она ниже все-таки? Ладно, разберемся сейчас по ходу. Все равно времени у нас, по идее, ограниченное. Неограниченное количество. Где это кольцо-то? Выше или ниже? Либо вообще в небе где-то. Самолет, кстати, сам по себе летит, я даже ничего не делаю. Это радует. Вот сейчас он снизился. Так, ну что, летим вверх тогда, что ли? Я даже не знаю, насколько вверх надо лететь. А, вот она. Ага. Все, летим опять вверх. Взлетаем. Блин, я же говорю, ее не видно. Ни черта. Так, я ее опять не вижу. Ладно, придется взять разгон и там прыгать уже с парашюта. Возьмем разгончик наверх. Блин, кто вообще это придумал? Какой даун, если честно? Зачем вот эта помойка? Прыгни, какая разница, где прыгать? Блять. Так, все, спрыгиваем нахуй, блядь, с этого самолета ебучего. Даунского. Боже, сколько я летал. Вы просто не представляете себе, сколько я летал. Чтобы попасть в это кольцо обоссанное. Так, вон туда нам надо. Все, ждем. Пока вам расскажу, как что нужно делать. Короче, когда вы на самолете летите, чтобы найти вам эту метку, нужно, знаете, что сделать? Нужно вам слева должно высветиться окошечко, что когда вы подлетите, то открывайте, нажимайте Enter и открывайте парашют. Что по типу такого сообщения должно у вас написать? И когда у вас напишется это сообщение, то вы спокойно можете лететь в этот курсор, указанный вам. Так, сейчас мы чуток вот так вот сбавим еще немножечко. И самое главное, что сейчас у меня вроде как должны отнять оружие, если я не путаю. Все прям четенько, в центр все. Все отлично. Отправляйся к краю стены плотины. Вот сейчас самая говняная идея будет. Ну как сказать, идея, не идея. Сейчас с ножа, короче, по стелсу все надо будет делать. Постарайся, чтобы тебя не заметили охранники, патрулирующие район. Около одного из контейнеров спрятан нож, который может тебе пригодиться. Хорошо, давайте быстрее. Не забывай пригибаться, чтобы передвигаться скрытно и не шуметь. Так, вижу охранника.
Стоп, а у меня оружие есть. Или нужно обязательно не шуметь? Проскользни мимо охранников и найди вход в генераторную. Так. Так, еще одного. А какого хрена, лол? Почем меня менты спалили? Каким образом? Есть информация. Здесь очень важна скрытность. Если я заметят или услышу, то все здание поднимется по тревоге. Когда приближишься к генератору, нажми Enter, чтобы заложить взрывчатку. Используй один заряд на каждый генератор. Он еще не появлялся? Еще нет, но мы перекрыли вход на причал, окопы уже в пути. Окей. Так, тут скрытность у нас, как видите. Стелс, все дела. Сейчас, короче, уберем всех охранников и четко будет. Охранники меня вплотную, я надеюсь, не видят, если я скрываюсь. We got a light saying that's been a break-in. Hey, I found him. He's over here. Тихо, ты ничего не видел. Заткнись, чувак. Главное сейчас меня, чтоб не спалили, и я миссию не провалил. Потому что это геморройная миссия максимально. Уже давай, чувак. Уходи. Так, ты же до конца там идешь, правильно? Идем с тобой тоже до конца. У этого уже... Это уже пистолет. Так, чё я теперь гени... Он где-то там. Так, вон там еще один чувак. Так, интер. Заряд заложен. Заряд заложен. Тут скрытность нужна, чтобы вот этого чувака тоже убрать. Ладно, пофигу. Так, все, он сдох. Отлично. Ну да, логично. Где взрывчатку положить, конечно. И дайте угадаю следующую. Место следующее, где нужна взрывчатка. Это будет вот здесь. А, нет, здесь же. Понял. Видимо, как в каком-то рандомном порядке. Во все генераторы заложены бомбы. Отправляйся к выходу. Ну, там выход у нас, окей. Возьмем на всякий случай ТЭК-9. Или как это называется? Черт, где-то был не тот поворот. Какого хрена? О, черт. Кто-то запер люк. Он в ловушке, ему только с карниза. С того карниза не сбежать. Так, и что мы делаем? Прыгаем в воду, конечно же. Миссия пройдена. Да, это хорошо. Что мы прошли эту миссию. Так, все, продолжаем. Полицейские мотобайки. Итак, план такой. Все основано на хитрости и обмане. Я постараюсь отвлечь копов, насколько возможно. А вы сваливаете зелень. Вопрос, как мафия обычно вывозит наличку из Калигулы?
В точку. Респект и уважуха, мистеру Зеро. Ха, отлично работа, ты маленький жополис. Итак, нам нужно угнать бронированный грузовик и перекрасить его, чтобы он стал похож на один из грузовиков. А что насчет полицейского? Каждый раз при перевозке налички они используют полицейские мотоциклы. Именно об этом я и подумал. Ну же, пошли, добудем несколько полицейских развалюх. Берри Пакер, выезжай на шоссе Джулиус, а я украду мотоциклы и доставлю их тебе. Мы должны украсть 4 полицейских мотоцикла. Окей, my friend. И загрузить их в целостность и сохранности на Пакер. Чего? Нет, только не стоп меня, даун. Что? Машина просто стояла, я залез в нее, а мент такой нет. Хрен тебе. Ну, я ему тоже такой хрен покажу. Говнюк сраный. Это я так понимаю, полицейские байки. Сейчас я вижу зеленый цвет. Время 11 минут на выполнение этой миссии. Думаю, вполне достаточно будет. Сейчас проверим. Что-то очень долго ехать. Есть инфа, почему? Вот. Заныл и сразу ближе стал. Пацаки, я это тут. Ну, вы нормально там. Короче, я просто угоню ваш байк и все. Заезжаю на байке на платформу Пакера. Так, где ты там, Пакер? Ты по городу лучше езди за мной. А не там стой в казино 4 дракона, блин. Тихо. Блин, ну чё, реально в казино остался? Давай, пойдем, блин, украдем, а сам в казино сидит. Говнюк. Блин, вот с машиной проблемы будут. Где их находить сейчас? Как только я загружу байк. Блин, он еще так далеко находится. Да еще это и не в казино. Блин, где ты тогда, говнюк? Блин, надо было взять, конечно, эту тему. Звездочку. Чтоб сбросить с хвоста. Умение водить и мотоциклом улучшено. Уменьшилась вероятность падения. Хорошо. Так, это я понимаю, вон тот, да? Вон Пакер впереди, заезжай на платформу. Для этой работы вам нужно несколько полицейских мотоциклов. Это получается мне слезать, да? Так, тачку надо брать опять по новой, все делать. А, это несколько, это получается два. Не надо, не обязательно все собирать, 4. Если я правильно понял, конечно. Несколько, это ведь два. Потому что на 4 мотоцикла не хватит времени. Вижу байк. Кажется, он в движении. Или мне кажется. А, не, он вроде стоит. Ну, хз, короче, сейчас проверим. Это, кстати, тоже важно, то, что они стоят просто. Они ездят. Нифига себе. Тут еще вертолет полицейский. Я че, полицейский участок заглянул, что ли? Получается. Так, я надеюсь, два, братан, Пакер. Я надеюсь, два мотоцикла. Не все 4, а 2. Хотя и времени и так далее. Остался... А, блин, все-таки все, да, надо. Блин, вот... Обидно. Тихо, не садись.
Отлично. Все, уезжаем. Блин, я думаю, что нам не хватит все-таки. Нам не хватит времени, которого нам дали. Я чувствую, что не да. Так, следующий мотоцикл, где у нас находится? Оу, это в самой жопе где-то. Это плохо. То, что они слишком далеко от меня. У меня 7 минут еще и 30 секунд в запасе, но не знаю. Менты появились, очень классно. Дурачки тупые. Так, они еще как бешеные гнаться будут. Да, вон они. Вот еще одни твари. Отстаньте от меня, придурки. Тупорылые. У них скорость просто бешеная. Блин, можно было хотя на перекраску зайти, но я что-то тупанул. Думал, сейчас прямиком заеду в перекраску, но ее что-то там не было. Тем временем 6:50. На времени у нас. Времени все меньше. Полицейский помог, однако спасибо, молодой человек. Вот эти два полицейских, где я первый раз стырил байк. Так, отстань. Чё? Это баг такой или откуда он появился? Вы тоже видели? Мент, ты сдох? Пожалуйста, сдохни. Сдохни, сдохни. Все, красавчик. Все. Макер, пакер, где ты там? Ох, зря я сюда заехал, твою ж мать. Так, тогда держите его, машины. Зажмите их там все кучи. Дурачил этих. О, еще две, отлично, молодцы, да. А там еще бежит в погоне. А пакер-то у нас умный оказался. Он помогает, по городу ездит. Пакер, стой! 5:30 у нас на часах. Я надеюсь, я успею. Последний байк, пацаны. Твою мать! Что... Блядь, что ты делаешь, дебил? Тупорылый. ДЦПш. ДЦПшник сраный. Заезжай на байке на платформу пакера. Блин, тупой. Сиджей. Что ты делаешь? Зачем ты врезался, дурачилла? Просто потеряли минуту времени. Ну, хоть 30 секунд минимум. Все, отлично. Выходим. Так, все, машина нужна, тихо. Нихера себе ты охеревший. Твою мать. Давай, давай, братиш, быстрее. Это очень срочная миссия, там все дела. Ой, хорошо, там чувак, он где-то тут. Поблизости. Давай, давай, ко мне. Братиш, ко мне едь. Какого хрена, вон? Твою мать, да куда ты едешь, дебил? Отвалите, дауны. Хорошо. Мент умер, а тем временем мы поехали к пакеру. Пакер, братишка, стой. Отлично. 4 минуты. Мы успеваем. Все, переместился. Хорошо, все, слава богу. Сейчас главное не умереть. Сиджи такой, на. Ладно, наверное, сойдет. Позаботьтесь об этих мотоциклах. Убирайся отсюда. Так, менты за мной. На хвосте. Нет, слава богу. Все, миссия выполненная, это очень хорошо. Ну а мы тем временем едем в наше любимое казино. Твою мать, где это казино, блядь?
Сохраняюсь я такой и вижу. Так, у нас же еще есть задание в казино Калигула. Погнали выполнять. Чё ж у нас... Чё б нам и не выполнить миссии эти. Ох, верзила. Чисто проверить хотел. Интенсивный уход. Эй, Рози, оживи. Пришел Карл. Привет. Как дела? Спорщики, а там у бассейна тёлки клёвые. Да хватит, скажи мне, что с тобой такое. Так, как его, скажи ему. Хреновы мои дела. Давай, Рози, рожай. Я все бросил. Да, у меня была власть, были деньги, женщины. Но я не смог бросить коксу и загремел на лечение. И все пошло в жопу, но что с того? Выйдя, я снова стал представителем банды из Liberty City. И вот так я оказался здесь. Но ни одна семья не доверит никакой другой управлять казино, поэтому меня предложили в качестве нейтральной стороны. И теперь я живу, ожидая, когда меня грохнет одна семья и свалит вину на другую. Мой единственный друг пицца по имени Тони. Никогда в жизни не кидал тех, кто на сам на это не напрашивался. Блин, дай мне подумать, а теперь нужно быстро и кратко обрисовать ситуацию. Ладно, семья Синдака вышла на тропу войны. Ясно? Я хочу сказать, что с Донни что-то страшное стряслось. Я хочу сказать, что он в коме вследствие шока лежит в больнице. А теперь Форелли, они воспользуются этой возможностью, чтобы его убрать. Теперь, если столкновение семьи произойдет на моей территории, меня угасят топором, пулей, мачете. Ладно, успокойся. Смотаюсь в больницу и привезу тело типа того. Так держать, любовь, все ведь не так плохо, а? Оп, ля-ля-ля. Найди транспорт и забери Джонни из больницы. Что еще за Джонни? Не помню никакого Джонни. Типа какого-то... Тихо, мент, пошел нахер. Так, менты, блин, вот зачем того я Дауна убивал, блин? Чисто хотел проверить, охранник он или нет. Походу, оказался охранником. Раз в казино с пистолетом был. Как и в казино в УЗИ, блин, тот же самый охранник. Суровый типок. Только не надо 3 звезды, пожалуйста. Так, менты, отвалите, придурки. Здравствуйте, сэр, я могу вам помочь? Я пришел забрать мистера Синдака. Мистер Синдака, здесь должна быть какая-то ошибка. Его только что забрал машину скорой помощи. Окей, спасибо за помощь. Должно быть, Джонни забрал мафиози. Найди машину скорой помощи, в которой сидит Джонни. Я думаю, она будет последняя, как во всех жанрах этой хероты. Всегда твою мать, куда я упал, ёб моё, блин, кто здесь это делал, какой дебил, зачем вообще воду здесь делать, бассейн какой-то конченый. Не надо, только отстань от меня. Давай, все, удачи. Отвалите от меня уже, дауны. Что, 3 машины? 3, блин, это 2 звезды всего лишь. Народу еще сколько, блин. В этом городке сральном. Так, вижу одну машину, которая близко ко мне. Ну, блин, ладно, поедем к этой. Может быть, угадаем, может быть, прогадаем, не знаю, посмотрим. Врежься в машину скорой помощи и посмотри на реакцию водителя. Джонни, возможно, в одной из остальных машин. Животные, отвалите, дауны. Вы можете отстать от меня, придурки. Стоп, это я заехал уже опять сюда же. И найди именно ту машину, которую... Машину скорой помощи, которую заходили мафиози, пока они не ушли. Я не знаю, давайте проверим эту. А тут выхода нету. Правильно я понимаю? Естественно. Кто же будет делать выход? Кто? Только разработчик Даунич не может ничего сделать.
стены какие-то. Нахера здесь стены? Я не понимаю. Мышка еще не работает. Класс. Поедем, короче, к этому. Окей. Тут что-то остановился. На. Походу, Жень забрала эта машина. Скорой помощи. Слегка разбей ее и покажи мафии, что ты настроен серьезно. Давай в стену прям. Ох, эти менты, сучи. Сучки. Конченые. Отвалите от меня, дауничи. Тупорылые сучки. Я скоро сгорел уже. Кто в меня там стреляет? Какое животное? Пошел нахер. Нужно менять машину. Нужно менять машину, быстро. Быстро, 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 даун. Чувствую, что мне придется перепроходить эту миссию. Мне прокололи шину, отлично. Копы вообще, они бесконечные в этой игре, правильно я так понял. Просто 20 машин за мной, 20. Животные, что ты хочешь? Тварь тупая. Вот еще одна. Давайте, а что еще? Вертолеты, самолеты. Все, давайте, давай. Че так мало-то? ДЦПшники тупые. Тихо, 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 надо взять. Хорошо. Так, надо. Так, это скорая помощь едет сюда. Здесь она тупая. Примерно как ее надо покоцать. Быстро садись, машина, скоро помощи пока не. Так, все. Отвези Джонни на мясную фабрику. Это еще где? Это в жопе какой-то. Стоп, это от меня правее, левее. Ладно, придется ехать на эту какую-то мясную фабрику. Ох! Ой, боже, эти менты посральные. Как же они меня бесят. Две звезды, а, блин, такая погоня жесткая. Так, отлично, подъезжаем на мясную фабрику. Здорово, Джонни, как себя чувствуешь? Да, я думал, его до завтра не выпишут. А, это этот же чел. А, смотрите-ка, Джонни. Что, Тенпани? Или мне кажется? Ну ладно, давайте, ребят, на этом на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также еще раз поздравляю с прошедшим... Ой, каким прошедшим? С Новым годом, который скоро уже настанет. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.